Визит в Академию мы давно планировали. Еще раз говорю, выразили благодарность руководству Академии, всем тренерам. И выражаем благодарность ребятам, которые приняли участие в тренировочных занятиях. Для нас это большое дело, посещение Академии с точки зрения методического сопровождения подготовки игроков. Мы довольны нашим визитом. Сразу могу сказать, мы получили то, что и планировали. Мы стали ближе, наверное, друг к другу, договорились о взаимном сотрудничестве. У нас есть игроки в сборных командах с футбольного клуба «Родина», чем мы тоже искренне довольны. Я думаю, что при должной работе и, в первую очередь, наверное, тренеров футбольного клуба «Родина», ребят, а уже потом и в дальнейшем, когда они будут в сборной команде, наших тренеров, всего нашего персонала, мы вместе, наверное, вырастим тех игроков, которые будут способны конкурировать на международной арене, и мы все будем гордиться, что они представляют один из московских футбольных клубов, сейчас футбольный клуб «Родина». Как оцените совместную тренировку 2007 года вместе с тренером «Родины» и тренером сборной России? Ну, это вот как в ряду наших посещений, это первый опыт. Я думаю, что он положительный был, потому что тренеры и обсуждали совместную тренировку, и это не выпадало из контента того тренировочного процесса, который как раз реализуется в данном там микроцикле в данное время в самом футбольном клубе «Родина», в этой возрастной группе. Поэтому ребята все занимались с охоткой. Да, конечно, они, может быть, ощутили чуть большую интенсивность, которую мы предложили, в том числе тренер сборной команды. Но я думаю, что и для них был опыт полезен. Естественно, опыт полезен для нас, потому что тренер ощутил, как на земле, так называемо, работают обычные тренеры, которые ему готовят игроков.